Всем добрый день. От Андрея прибыло две бритвы в работу, одну из которых я ему какое-то время назад продавал. Ее нужно было проверить на профпригодность, что я, собственно говоря, и сделал. Так, сейчас мы ее проверяем. Сразу. Да, вот эта бритва, это TRSR, модель Спартак. Бритва номер 2. Это филармоника номер 13. Абсолютно новая бритва. Первое слово, которое приходит на ум при взгляде на формы этой вещи, это гидродинамика. Вот сегодня я увидел ее и в очередной раз отдал себе отчет в том, что вот такие формы для меня самые эстетичные. Ну, одни из самых эстетичных в бритье. Они, как и функционально, вероятно, самые удобные. И вот эти все плавные линии, вот этот круглый нос, отсутствие вот этого плеча жесткости очень приятно глазу. Ну, соответственно, я со своей стороны постарался. Это одна из лучших. Ну, соответственно, что греха таить. С геометрией все в порядке, тут нет вопросов. Ну и, соответственно, я со своей стороны постарался никакой эстетики не нарушать. Создал геометрию режущей кромки таким образом, что она вот берет свое начало как бы плавно с перехода, и точно так же плавно она с носа в переход этот уходит. Еще раз повторюсь, очень красивая вещь, очень красивая. Мои искренние комплименты владельцу. Вещь просто крайне приятно держать в руках. Андрей, огромное вам спасибо еще раз. Ну, вот я не знаю, будет ли это слышно. Но я думаю, все-таки уловит наше записывающее устройство вот этот шелест, с которым волос распускается. Я вот рот закрою на секунду, а вы послушайте. Все, пропали тестовые волосы, друзья. Нет, сейчас мы еще. Так, ради развлечения. Две. Это три. Это четыре. Друзья, я просто никуда не спешу. Это пять. Вот на шестой у нас обломалось. Итак, еще раз. Просто
души не чаю в таких вещах. Все на самом деле просто. Простая рукоять, простая форма бритвы, вроде бы как бы. Но простота эта, естественно, безо всякого, таит в себе гениальность. Красиво. Без излишеств. Андрей, значит, для вас информация. Вот я сейчас пойду бритву отправлю. Завтра, ну, максимум послезавтра, бритвы будут у вас. Вот прямо из коробок они готовы к бритью. С ними не нужно делать ничего. Они, как и любая другая бритва, которая мне в работу приходит, они первым делом обеззараживаются. Далее затачиваются. После заточки они правятся на чистом ремне. Все, что вам нужно сделать, это бритву из коробочки достать и пойти бриться. Все. Затем все остальное. На этой оптимистической ноте я желаю всем вам всего самого наилучшего. И до скорых встреч в эфире. Пока.